Всем мяса, с вами Павел Мясник. Я уже запинаюсь от того, что смог все-таки найти эту хрень. Я прибыл на место. Обошел вот здесь, смотрите, запоминайте, если от города стела это идти. Вот тут вот так проходите, тут мостик будет и... В принципе, доходите сюда. Так, и где-то здесь нам нужно поговорить, чтобы спасти ребенка, да. И смотрите, нам нужно теперь идти еще дальше. Но, как вижу, я по замерзшему прудику или речке, мы можем дойти до места назначения. Ну, я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Вроде да, все получается. Сокращаем небольшой маршрут. И очень-очень скоро мы окажемся на месте. Да, и вот мы здесь. И походу вот он, король ползунов, с которым я и должен разобраться. Ну что ж, давайте разбираться. Да, и вы посмотрите, дамажит он, кстати, неплохо. Так как я еще в танка не особо прокачался, надо сейчас силу будет, броню, туда-сюда. Так, смотрим, теперь нам надо вернуться назад, да? Отпусти меня, ебучий спайс. Странно вообще, что та вода не замерзла, потому что это как-то... Либо она просто растаяла из-за того, что я короля ползунов убил. Но она не должна была, по идее, таять, потому что здесь такая холодная температура. Или я, может, что-то не заметил, льда здесь не было. Но, по-моему, был лед, насколько я помню. Или мне так показалось. Но если не показалось, то это круто, в принципе. То, что так вода растаяла, просто вот я этого короля ползунов убил. Ну, причем здесь ползунов.